В 14 серии турецкого сериала «Мария и Мустафа», который выйдет на экраны Турции 6 декабря, мы увидим следующее событие. Наконец-то приблизился долгожданный день, и Мария с Мустафой должны будут стать законными супругами. Они очень счастливы, что смогли дождаться этого момента. Собрались гости в ресторане, и никто не мог представить, какой большой трагедии обернется такой радостный день. Галип и Гонджа подложили взрывное устройство в свадебный торт, и во время свадебного мероприятия произошел сильный взрыв. В этот момент Эда покончила жизнь самоубийством, и Гонджа решает подложить ее труп в дом, который для нее снял Мустафа. Все должно будет выглядеть так, словно это Эда сама подложила бомбу, а затем перерезала себе вены. Все знают, что она любила Мустафу и не смогла смириться с тем, что он женился на другой женщине. Галип никак не готов был к подобному развороту событий и теперь не знает, как ему смириться с утратой Эды. После взрыва всех пострадавших доставили в больницу, а Мария находилась в тяжелом состоянии. Мустафе повезло больше, так как он смог отделаться лишь царапинами. Он постоянно находится рядом с Марией и просит возлюбленную очнуться. Врачи делают все возможное и для того, чтобы спасти пострадавшую. Им удается спасти Марию, но ребенка она потеряла. Такое событие стало для несчастной девушки большим ударом, и она испытывает большую боль. А мы напоминаем, что 14 серия турецкого сериала «Мария и Мустафа» выйдет на экраны Турции 6 декабря. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.